Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалежко. Сьогодні до мене в гості прийшов один з найкращих політологів України – Олексій Якубін. Вітаю. Дякую тебе, дуже, радий тебе Тарас, бачити. Дуже приємно. Дякую, що ти мене так представив. Ну, в міру це своїх можливостей. Так. Це дуже символічно. Це натяк на прапор перемоги. Добре. Сподіваюся, у нас не буде з цим проблем. Да, ну давай, ну, залишимо поки що таку тему важливу, а перейдемо до не дуже важливої теми. Бо людина отримала не дуже важливу посаду. Ну так люди деякі кажуть. Тобто я хочу поговорити про пана Саакашвілі, якого хоч чучелом, хоч тушкою намагалися запихнути кудись на керівницьку посаду. І тепер він отримав цю посаду і став главою виконавчого комітету з реформ. Да. Тобто тепер він може сказати нам, яких тобі реформ не вистачає. Ну, я би, з акцентом грузинським. Да, я би хотів би сказати, що мені кажеться, що це скоріше должность із серії почетної ссылки. Да? А почему? Потому что у нас эту должность до этого когда-то занимал глава, ну, не офиса тогда, а тогда была администрация президента, Порошенко Ложкин Борис. Да? И мы что-то мы слышали о его деятельности после того, как он перестал быть главой администрации президента? Нет. Вот мне кажется, что, по сути, это такая должность, знаете... Спочатку был такой великой ложкой, а потом став чайной. Да, ну и серии, что нужно куда-то пристроить. Но все-таки уже как бы человеку, тут столько мы это обсуждаем, вице-премьерство предполагаемое, да? Ну, давайте вот назначим вот сюда. Это же как бы такая площадка реальных полномочий. Нет. По сути, да, потому что, ну, это же просто совет. Но медийная площадка, еда. Я думаю, что Саакашвили сам, он считает, что это что-то наподобие нога в двери. Есть такая политтехнология, что имеется в виду, да? Сначала как-то хоть немножечко втиснуться, а там уже дальше посмотрим, да? Да, чтобы, главное, чтобы не закрыли дверь, да? Вот Саакашвили, насколько я понимаю, рассматривает для себя вот такое назначение, что вот он уже ногу всунул. Ну, и дальше, я так понимаю, он думает, что он ногу всунул, а дальше это должно быть... Має влізти голова якось там. Да, и голова, и другие органы, и в итоге... Ну, це, якщо ногу зажали сильно, и вона починає розбухати, то, в принципі, збільшиться якраз простір і для голови. Да, ну, а потім уже для всього остального. Да, ну дивись, ти сказав, що це така своєрідна ссылка. Да. Але почетна, керівництво Грузії, мабуть, з тобою не погодиться, тому що вони вирішили свого посла відізвати. Да. От, таким чином наказати Україну, так от, що не треба так робити. Опять-таки, это своеобразная ссылка с точки зрения, мне кажется, офиса президента. А с точки зрения Саакашвили, я уже говорил, нога в двери. И второй нюанс, это то, что Саакашвили рассчитывает, что это будет трамплин. Я думаю, что он понимает, знаете, тут просто для него создается такое поле деятельности. Вот кто у нас входит в Совет реформ? Это, например, премьер-министр Украины, министры, в том числе, кстати, Аваков. Это глава парламента, да, то есть спикер парламента. Ну, то есть Саакашвили... Тобто він легко може з грузинським вином приходити до них у кабінет і налагоджувати стосунки. Саакашвили, как минимум, может постараться организовать новый вот этот стол. Вообще, тут есть такая некая ирония, мне кажется, со стороны Зеленского при его назначении, потому что Зеленский назначил Саакашвили в тот орган, где происходило известное БББ. Ну, то есть, как бы, да, возвращение на круги своя, скажем так. Самый известный медийный инцидент, и вот, пожалуйста, теперь Саакашвили вновь в этом органе. Но, я думаю, сам Саакашвили считает, что это как некий трамплин, и я думаю, что вот конечное, да, вот это следующее место, куда бы Саакашвили хотел бы попасть с помощью этого трамплина, с одной стороны, это в Украине. Он, я думаю, дальше смотрит на кабинет министров. И я думаю, что Шмыгаль и Кабмин должен часть напрячься. Потому что Саакашвили, я думаю, своих планов проникновения в исполнительную власть, нашу исполнительную власть, не закончил. А второй нюанс – это Грузия. Я думаю, что у Саакашвили вот есть такая цель номер один, цель два. Грузия. А Грузия в каком смысле? В Грузии в этом году будут парламентские выборы.
Я не исключаю, что Саакашвили, возможно... И Саакашвили может встать на такую растяжку, да? Да, я думаю, что он рассчитывает использовать вот эту площадку для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию в Грузии, да, потому что до этого его политическая сила, которая с ним ассоциировалась, ей не удалось взять большинство. Несколько было политических циклов, ну, люди помнили Саакашвили, помнили, что он делал, многие диктаторские замашки, то, что происходило в тюрьмах грузинских, ну, а Грузия, это как бы, знаете, это как Киев, да, 3 миллиона человек, ну, там чуточку больше, все друг про друга что-то знают, слухи очень просто разносятся. То есть там так вот все это как бы спрятать было сложно. То есть люди еще память помнили, да, Грузию при Саакашвили. И поэтому, плюс, знаете, вот эти мифы о грузинском чуде, там не очень-то работают, потому что люди живут в этом чуде, да, и они видят, как все, да. То есть, с одной стороны, красивая обложка, эти гостиницы на берегу Батуми, но у нас тоже есть всякие хаяты и так далее, и Хилтоны построены, да. Если фотографировать Киев, то у нас можно тоже говорить, смотрите, какие у нас прекрасные гостиницы. А если мы посмотрим реальные экономические показатели, а также измеряется, да, экономика, то, например, сравним с такой страной, как Армения, где не было Саакашвили, не было вот этих нестрымных реформ, то Грузия за период правления Саакашвили выросла, экономика выросла в 2,5 раза в целом ВВП, да, хотя увеличилось социальное неравенство, бедность, безработица, это все увеличилось. А Армения без Саакашвили, без его реформ, экономика выросла в 3,3 раза ВВП. То есть, там треба помагався Саакашвілі, да, там більше ретельно мішав? Треба розбиратися. В принципі, деякі люди кажуть, що взагалі ті реформи, які були непогані, що до цих реформ долучалась інша команда, Кахабіндукідзе, який вже, в принципі, на жаль, помер. Може, його б тоді запросили би замість пана Саакашвілі. Просто тут в тому, що Саакашвілі абсолютно другий підход. От ми повинні просто розуміти, ситуація з пандемією, вона взагалі во многом во всьому світі поменяла во многом приоритетность, да, то есть оказалось, что параллельно с коронавирусом у нас есть вирус неолиберализма. То есть это два вируса. Да, який теж намагається вилікувати. Который тоже разъедает общество, который разъедает общество, да, и как раз Саакашвили адепт вируса неолиберализма. То есть суть его в чем? Что как можно меньше государства. Вот даже заметь, Тарас, он когда только стал, получил вот эту должность, с чего он начал? Моя цель – это сокращение административного регулирования. Он, да, там заявил документов и так далее и тому подобное. Но во всем мире сейчас везде государства усиливаются. Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия. Ситуация с пандемией показала, что роль государства должна быть более активной. Да? Государство должно быть более социально. То есть больше социальных программ. Я уже не говорю о том, что в Соединенных Штатах Америки Трамп разослал вот эти свои чеки со своей фамилией, да, там, на полтора тысячи долларов каждому американцу, в зависимости от уровня дохода. Просто раздали деньги, грубо говоря, да, для того, чтобы стимулировать экономику. Саакашвили такого никогда бы не поддержал, потому что он сторонник того, что люди должны выживать сами. Государство маленькое отдельно, а люди сами отдельно. Ну, нужны ли нам такие реформы? Ну от хотілося б знов звернути увагу на Грузію. По поводу Грузії, так, от я хотів сказати, чому Грузія так відреагувала? А вони не могли по-другому відреагувати. Тому що вони вже сказали «а». Помнишь, Тарас, до того, как произошло вот это назначение, когда еще обсуждалась тема с вице-премьерством, в Грузии сказали, что если он получит должность вице-премьера, то вообще Грузия будет это рассматривать как недружественный шаг, нарушение наших стратегических отношений и так далее. И получается, что Саакашвили получил, ну пусть не вице-премьера, но некую такую вот почетную должность, да? Ну, как Грузии реагировать? Дуже молчать? Дуже просто. Я тебе расскажу. Грузины могли в той же самый час призначити пана Черновецького мэром Тбилиси. Він вже там знаходиться. Не треба ні з ким домовлятися. Я впевнений, що він зробить все, як треба. Совет реформ. Но Черновецкий не имеет такого имиджа, как Саакашвили все-таки, ну, в Украине, да, то есть... Ну, не знаю, после того, как пан Черновецкий начал активно себе, ну, рекламувати в Ютубі і розказувати про Порошенка, деякі цікаві речі, то, в принципі... У мене теж в соцсетях він став появлятися. Так, дуже часто, в принципі, і багатьох людей запитують, так, вони бачать деяку активність. Ну, просто ми цільова аудиторія. Може бути. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, було б приємно, українцям було б приємно побачити Черновецького безпосередньо мером Тбілісі. От, і тоді, може бути, українські туристи якраз поїхали. Реформам в Україні.
Так, так, да. Ну, Вітозі, хотілося б просто відійти трошки від теми той посади, яка вже є у пана Саакашвілі, і зрозуміти, чому йому не дали ту посаду, на яку він, в принципі, намагався потрапити, тобто віце-прем'єром. Чому зелена монобільшість не підтримала його на цю посаду? Ну, вони ж просто... А дело в тому, що Ніка Саакашвілі видавала желаемое за действительное. Когда... Чи він своїми цими домислами звузив коридор і думав так, ну якщо я так сказав 10 разів, значить вони так і зроблять. Саакашвілі просто думає, що можна войти в одну і ту ж реку дважды, але ми вже після Геракліта знаємо, що вже в одну і ту ж реку нельзя войти дважды. Да? А він думає, що можна. Тобто можна вот так постійно пробувати, уже, грубо говоря, просто висиживать для себя должность, да, вот то, что он пытался сделать. Мне кажется, что он немножко просчитался. То есть, заметь, он пытался выдавать желаемое за действительное, когда он все, везде рассказывал, что можно сказать, что президент его ну, вот везде уже любит. Согласовал, все. И вот все, теперь вот он пришел на фракцию, и он уже почти вице-премьер, а фракция, ну это так, и парламент, да, это так. Формальность просто уже тут все уже оформлено. А это же не так. То есть, по сути, оказалось, что просто в офисе президента сказали, ну, как бы, мы как бы не против, но ты пойди договорись сам с фракцией и с парламентом, если ты договоришься, то, конечно, может быть, пожалуйста. А в итоге Саакашвили рассказал абсолютно другие вещи. И мне кажется, что этот нюанс. Плюс тот факт, что когда он даже пришел на фракцию «Слуги народа»… Навіщо его тягнули? Ну, таке враження, что кто-то сказал сверху, если у нашей незалежной страны есть кто-то сверху, то, может, он сказал, треба взять эту людину. У меня есть гипотеза, на самом деле, что даже тут не то, что кто-то сказал сверху, а Саакашвили сам оббивал пороги. І він просився в нову власть. Оце така людина, яка вперта, впевнена людина. Да, так може, да. Може нам таке треба. Він поставив собі цель, що треба как-то вот проникнути в нову власть, оббивав пороги. А в итоге ему сказали, ну, то есть, я так понимаю, что, возможно, понимали, ну, это же в прошлом президент Грузии, ну, как-то сказать прям нет, но, как говорят дипломаты, у дипломатов есть слово «нет». Не знаю, Януковичу якось может нормально сказать «не», а президенту нет, Руси… Нет, это Тарас, у дипломатов есть слово «нет» и «может быть». И ему приходьте сказали, завтра, ну, да. Что вы сегодня быть, приходите? Приходите да, завтра. И договорись с фракцией. Ну, и в итоге вот мы эту всю историю видим. При том, что, заметьте, Саакашвили уже на тот момент, еще до назначения, он себя назначил чуть ли не переговорщиком с Международным валютным фондом. Что он будет главным по всем реформам, там, от логистики и дороги, и заканчивая всем остальным. То есть везде Саакашвили. Да, то есть он пытался так себя прям позиционировать. И мне кажется, что просто-напросто некоторых, ну, я думаю, шокировал просто его этот напор. То есть Саакашвили еще без должности, он уже себе, скажем так... Уже всех строев. Да, да. Мне на самом деле самому даже интересно, вот как будут проходить теперь вот первые заседания этого совета реформ. А я уверен, что Саакашвили их начнет созывать, потому что последние, кстати, заседания, если я не ошибаюсь, прошли или в 17-м, то ли в 18-м году последние заседания вот этого совета реформ. И после этого этот совет реформ как бы почил в бозе. Ну, будемо спостерігати за ним, а зараз перейдемо до такої більш важливої теми. Да. Парад перемоги, який відбудеться в Мінську. Пан Лукашенко, він запросив безпосередньо Володимира Олександровича Зеленського і Володимира Володимировича Путіна. Як ми знаємо, на даний момент вони обидва відмовилися їхати. Хочеться запитати, є офіційна версія? Але хотілося б почути, може є якась неофіційна версія? А може вони взагалі злякалися туди разом їхати? Бо пан Лукашенко дуже хитра людина, всі це знають, розумна. Він би скористався цим і взяв би двох президентів і зробив би знов мінські перемовини. І ще новий формат. В новому форматі, так, так. Тобто у нас мінська контактна група, а це б зробили мінськ тройка. Какая-то. Ну, тройка звучить так, якщо ми будемо пернати в історію. Да, ну, да, про тройки говорити ми поки не будемо. Да. Но я думаю, что тут вообще интересная есть история, потому что получается, что Лукашенко во всей этой истории, да, с парадами, в Беларусь официально будет парад никто не отменял. И, по сути, Минск на постсоветском пространстве превращается в такую символическую точку, которая не побоялась вируса, коронавируса, да, и проводит парад победы. Такие свисты Ленинград, где коронавирус застряг,
и да. не рухается в паре. Да, да. И, ну, Лукашенко, в принципе, он же ковид-диссидент в Европе, да, то есть Беларусь здесь со Швецией как бы в одной лодке, такие страны ковид-диссидентские, и потому мы видим, что... Ох, мне всю лодку встрыбнуть. Тоже вместе с ними. Да, и поэтому мне кажется, что почему вот как бы вот реакция окружающих стран, во-первых, ну, я думаю, в Москве тут какой есть нюанс? Минск проводит, а Москва, получается, отменила, да, парад, то есть там они ну, точнее, принесли, они это так называют. И то есть выглядит, что как бы Лукашенко в этой истории главный. А все-таки дата 9 мая – это символическая важная дата. Да? День Победы. И для России это тоже важная дата. А, мне кажется, что тут есть такое некое даже соперничество. Это же не секрет. Да? Между вот, они, Беларусь и Россия, вот они строят как бы союзное государство, но там тоже не все гладко вот в этом строительстве. А тут, получается, Лукашенко, мало того, что одну он державу он вони будуть, але з одним одеялом. И он да, не вистачає. Да. Потрібно трохи да. его притягнути. Мало того, что Лукашенко ковид-диссидент. Да? И а в отличие, например, от руководства Российской Федерации, так еще получается, что он и парад проводит. То есть чисто символически, да, это вот выглядело, ну, как бы так сложно, да. То есть в Москве посчитали, что ну, все-таки у России карантин. Ну и, в общем-то, наша версия, вот то, что сказал Зеленский, почему он не приедет в Минск, она звучала тоже похожим образом. То есть, что интересно, что он не сказал, что там нет, мы там против, он сказал просто, у нас карантин. Я в этот момент официальных да, поездок не совершаю, поэтому не поеду. Ну, це просто пан президент Зеленський почув на російський, приїжджайте к нам. А якби йому сказали б, welcome to our country, would you like to visit our country? От, хотілося б зрозуміти, не поїхав би кудись, верніше, не полетів би президент трохи іншу країну, яка теж... Вважаю себе на День Победы. Переможцем. Но да. это, кстати, выглядело бы, конечно, символически, да, День Победы, где президент бы Украины и Соединенные Штаты Америки бы принимали, не знаю, вместе праздновали. Я думаю, что в целом вообще вот эта вот история с Днем Победы, она, конечно, для власти достаточно сложная, потому что, как мы видим, даже некое противоречие. Да, да меня... деякі представники «Слуг народу», коли їх запитували ваше ставлення, то вони мчали ще набагато більше, ніж я, коли беру інтерв'ю. От, не, ну, і ну, не, примеру, не могли сформулювати свою ну, точку ну, зору, да, своє ну, відношення ну, до цього свята. Я от був на ефірах з Гетманцевим, то він говорив, що він празднує День Победы, і він говорив, що да, для мене це День Победы, я готов празднувати. Тобто, дуже така позиція. Да? А от, звісно ж, було дуже странне заявлення Інституту національної пам'яті, і и... мы понимаем, уже нового руководства, да, Дробовича, которая из серии, что это какие-то два тоталитарных режима, вот эта вся странная абсолютная риторика а-ля Ветрович, и мне кажется, она абсолютно неадекватна, да, и историческим фактам во многом, и тому вообще, как у нас большинство общества хочет все-таки рассматривать День Победы. Вот я хотел как раз запитати, мы же бачимо, что в принципе нам правильную историю, как пан Ветрович вважає, намагаються зараз показати, а люди от за ці 6 років, вони як змінили своє ставлення до 9 травня? Чи може була якась там, не знаю, там одна позиція, потім вони повернулися до попередньої позиції? Ні, ну у нас тут взагалі така ситуація складна, тому що ну, от один із топ-блогерів Шарі да, говорив, що я вважаю себе побідителем, а не, я не вважаю, що це день з якогось стида і так далі. Я думаю, що більшість на самом деле, наших граждан підтримувало б таку позицію. Да? І, тому що, дійсно, Україна – одна з тих стран, яка мало того, что сильно пострадала от нацистской Германии, но и большинство, миллионы граждан, которые воевали за лучшее будущее для себя. И День Победы наши деды, можно сказать, за існування взагалі, да, тому що да, була, ми знаємо програму «План Ост», який, в принципі, би... Конечно, и наши деды, и наши бабушки, для них это, конечно же, День Победы, День Освобождения. То есть, мне кажется, что даже если мы постараемся посмотреть их глазами, то, конечно же, это День Освобождения. Более того, давайте честно говорить, если бы не День Победы, была ли бы современная Украина в этих границах, которых мы имеем? Конечно, нет. Ну, она вообще бы не существовала, наверное, да, в том формате, как мы сейчас это видим. Потому мне кажется, что тот факт, что были со стороны Ветровича попытки нивелировать этот день, вот мне в этом плане очень понравилось заявление министра иностранных дел Германии Хайко Масса, да, который, по сути, разрушил всю мифологему, которая нам распространялась все последние 6 лет со стороны Института нацпамяти, где он сказал, что именно Германия развязала да, Вторую мировую войну в Европе,
она виновна. Яка страшна людина цей. Міністр внутрішніх справ Германії, да, що вона бере на себе вину і за Холокост, і що там, більше там дуже така була важлива фраза, сказала, що він вважає, ну, от, і я так розумію, що це офіційна позиція Германії, що попытка переписати історію війни, да, коли назначить жертв, що вони, получається, самі причинили эту войну, это абсолютно разделяющая Европу месседжи. К сожалению, у нас таких вещей происходило. Я просто даже вспоминаю еще другой факт. Не так давно у нас, если вы помните, Киевсовет принял решение там по поводу того, чтобы вшановывать, да, ряд неонацистских и там многих других лидеров. И со стороны власти, если вы на памяти, к сожалению, реакции особой на это не было. По-моему, если я не ошибаюсь, через суд Портнов подавал Андрей, да, и это было отменено решение. А по сути, Институт национальной памяти делал вид, что этого нету. А скажи мне, пожалуйста, какая будет реакция Института национальной памяти на флешмоб, який, ну, зараз ОПЗЖ просто кажуть, давайте 12.00, да, 9 травня всі разом включимо пісню «День Победы». От що буде з В'ятровичем, з новим В'ятровичем, може з якимось майбутнім В'ятровичем? Мені просто волнует, допустим, в контексті національної пам'яті, що, по суті, ми ж фінансуємо цей інститут. Да? Якими молодці. Да, то есть это же государственный орган. И у нас есть закон. То есть, опять-таки, тут не позиция даже просто там самого Дробовича или не Дробовича, или Ветровича. У нас есть закон Украины, который говорит о том, что День Победы – это государственный праздник. Это государственный праздник, официальный. И это позиция государства. Це дійсно праздник, да, а не те, що вважає Тищенко, да, праздником там. Ну, да, это реальный, настоящий праздник. Более того, еще раз говорю, что есть позиция государства, выражена в законах. И когда у нас отдельные чиновники пытаются сказать, что это не то или не так, так, конечно, каждый из нас имеет право на свое мнение. Это нормально, да? Ну. Но есть мнение государства или государственная позиция. То есть руководители государственных органов власти, они должны соответствовать, да, этой позиции. И почему я, например, считаю, что вот со стороны парламента, даже вот по поводу этой национальной памяти, должны быть в дальнейшем некое, ну, скажем так, поднять вопрос, а все ли там адекватно, а да? Был ли мальчик, потому что, да, да. И потому что, по сути, если говорить о руководстве Института национальной памяти, это еще во многом следствие прошлого министра культуры, который проводил эти конкурсы, да, отбирал в том числе новые директора Института национальной памяти. Но люди как раз, когда в том числе они голосовали за Зеленского, они же ожидали перезагрузки. Ну, такие наивные. Ну, а, да, но потому, когда, знаете, во власти... Ну, я будут, в том числе, да. Да, нет, но когда во власти будут говорить, что, а вот там, не знаю, ОПЗЖ или вот Бойко, они себе вот эту тему Второй мировой войной забирают, победой, Великой Отечественной, так а вы же сами даете эту возможность. Ну, то есть, так, кто мешает, да, сменить директора института национальной памяти? Давайте мы выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали, да, с нашими, да, обожаниями. Нет, да? Просто мне кажется, что это еще раз нам говорит о том, что все-таки люди голосовали не просто за персону, а они голосовали за смену парадигмы политики. И День Победы – это действительно вещь, которая нас объединяет. Потому что, давайте честно говорить, это же праздник о будущем. Это праздник не только о прошлом. Потому что этот день нам напоминает о том, что мир – намного лучше войны, да, что мир – это основа для того, чтобы строить нормальное общество, что мы должны с вами не бороться друг с другом, там, антагонизм, который постоянно уничтожает, да, все стороны, а мы должны думать о совместном будущем, в том числе даже такой сложной стране, как наша страна, поликультурная, очень разная стране, да, что вот нужно это все сшивать в одно. И День Победы – это, кстати, один из праздников, который может это сшивать. То есть, потому что сейчас мы с вами получили что? Место, по сути, вновь, в очередной раз, да, со стороны национальной памяти празднования Дня Победы мы получили войну памятей. Но зачем нам это? Мы все 6 лет находились в этом. Вот, да, да, друзья, треба займатися созидательными какими-то, да, справами. И я под каждым словом твоим подписываюсь. Всех поздравляем с Днем Перемоги. Да. Майбутнім, наступним і цим. Ми не маємо про це забувати, і якщо ми будемо про це пам'ятати, все у нас буде добре. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Усі Ломаченко вже дуже давно не устраивает наших
патриотов, ну, людей, которые себя так называют. В этот раз все началось с того, что 5 мая на YouTube-канале «Корсунская пустынь» вышел фильм, который назывался «Здравствуй, брат, Христос воскрес!» И в нем приняли участие наши украинские боксеры Усик и Ломаченко. Это совместный документальный проект Киево-Печерской лавры и монастыря Корсунская, Князь Владимирская, Мужская пустынь. Монастырь этот находится в Орловской области в Российской Федерации. В описании к этому видео авторы говорят следующее. Фильм рассказывает о вере, дружбе братьев во Христе, известных украинских боксеров, чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, Отечеству. В этом видео Василий Ломаченко рассказывает, что в России у него много родственников и друзей. А далее была его цитата, от которой, ну, больше всего, наверное, разорвало всякие цензоры, пятые каналы, канал прямой, вот это. У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть, у меня соперники с Россией есть, я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться, потому что, ну, мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Но это, как минимум, честно говоря, для меня это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, для меня, ну, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было там понятия, что это какая-то это другие люди, это другая страна, это граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы православные христиане все, и мы живем все на одной земле, а сегодня, ну, нам пытаются подменить и все принципы пытаются подменить нам и веру. Александр Усик в фильме также говорит, что не прекращает, несмотря ни на что, общаться со своими друзьями из России. Если я дружу с человеком там из Москвы, из Челябинска, из Лондона, из Львова или еще откуда-то, для меня это является друзьями и людьми. В первую очередь я общаюсь с человеком. И мне не важно, какой он национальности или в каком он городе живет. Если взять нашу руку, к примеру, каждого из моих знакомых, правую, и порезать один из пальцев, то есть им будет больно, так же, как и мне, и потечет из этого пальца красная кровь, так же, как и у всех. Так вот, я общаюсь с человеком, я не общаюсь с нацией или кем он там является, русский, украинец, поляк, американец. Я общаюсь конкретно с человеком. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я также к нему отношусь. Кроме украинских спортсменов, в этом видео снялись также и двое российских. Боксер Александр Трубников и боец рукопашного боя Алексей Назаров. Также в съемках принял участие митрополит УПЦ Ануфрий и другие священнослужители. Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы терпели друг друга и уважали друг друга. И я желаю, чтобы любовь человека к Богу и любовь между людьми была везде, на всем земном шаре. Но особенно она должна быть между нами, русскими людьми, которые произошли из Киевской купели, с Руси, Древней Руси, которые сегодня расселись, ну, по разным, ну, как бы, частям земного шара. Но мы с этой купели произошли. После выхода этого фильма и Усика, и Ломаченко внесли в базу сайта «Миротворец», в раздел «Чистилище», базу людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания. На сайте боксерам вменяют отрицание российской агрессии, участие в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией. Также обозвали их противниками независимости украинского православия от контроля России. В фильме показывают церковную службу в двух монастырях: в российском Корсунской, Князь Владимирской мужской пустыни и в Киево-Печерской лавре. Также авторы приводят цитаты митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Ануфрия, который рассуждает на тему национализма, который приводит к внутренней войне. Вот такая вот фабула преступления. Также касательно Усика привели его цитату, где он высказывался против декоммунизации.
Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране, это проблема для людей. Им вообще без разницы, как называются улицы, лишь бы хлебушек был. Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло с веревкой и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя. Также после этого фильма испражнения в свои материалы и всякие радикальные личности, националисты и прочие убийцы. Не будем называть их фамилии с целью не популяризировать. Топ-блогери України. Олексій, дуже дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що ми разом всі зможемо гідно відсвяткувати, як свідомі люди, як свідомі люди, які прагнуть чогось спільного, гарного і позитивного. Так. Я теж ще раз всіх поздравляю з Днем Перемоги. Це справді наше свято, тому давайте святкувати. У нас не так насправді багато приводів для того, щоб пишатися, а це один з тих приводів. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.